парочка досток. И машина у нас полностью вывешена. Сняли два колеса. Начинаем снятие рычагов, амортизаторов и перепрессовку сайлентблоков. С помощью ключа на 17 и головки откручиваем амортизатор. Нижнее крепление. Слегка приподнимая монтировкой амортизатор, вытаскиваем болт. Снимаем верхний U-образный рычаг. Подкручиваем шаровое соединение. Гайки и резьбы предварительно сбрызгиваю тормозной жидкостью для лучшего откручивания. Откручиваем верхнее крепление амортизатора. Два болта на 14. С одной, с другой стороны. Еще одно доказательство, что машина пригнана из Европы. Под обшивкой медные центы, ржавенькие. Еще откручиваем два поперечных рычага. Вот этот и вот этот. Продольный. Все болты на 17. И откручиваем в U-образном рычаге тоже два крепления. Затем будем снимать цапфу. Откручиваем гайку по оси с той стороны. Снимаем суппорт. И будем снимать цапфу. Не забываем открутить шлангу тормозную и датчик АБС. Прилегал гайку по оси. С помощью съемника снимаем шаровое соединение. Вставляем кронштейн троса датчика АБС и шлангов на новый рычаг. Откручиваем. С помощью стяжки для пружин сжимаем ее, снимаем с амортизатора и меняем комплектующие. Амортизатор собираем, чтобы пружина была в замке. Замку у нас нет зацепления. Ну и чтобы она была симметрична оси, чтобы потом не крутить ее на машине. Перепрессовываем нижний сайлентблок цапфы. Выбираем направляющую, которой будем выпрессовывать. Это подошла нам головка на 30. Как раз ровно по сайлентблоку. И оправку, куда будет сайлентблок выпадать. С помощью обычного домкрата и наших правок и проставок мы выпрессовываем сайлентблок. Для запрессовки также используем головку на 30, обойму от подшипника,